богатый. Я могу дать вам совет. Для того, чтобы стать богатым, человек должен использовать всего лишь один простой метод. Ориентироваться в свободном времени своем. Каким образом и что для этого необходимо сделать? Первое. Если вы не отдыхаете, обучайтесь. Если вы не обучаетесь, работайте. И все. А вы сейчас попробуйте рассмотреть, чего у вас не хватает. Сколько книг вы прочитали? Каким образом вы развиваетесь? Какое направление вы уже выбрали? Где вы являетесь максимально ярко выраженным специалистом? А если вы вас... А как еще по-другому? То есть вы должны в концепции, наверное, концепции конкуренции мировой быть кем-то более конкурентоспособным. Вот смотрите, 5000 человек в вашем городе живет. И из 5000 человек 300 человек безработных. И эти 300 человек — это конкуренты перед вами. 300 человек хотят быть богатыми. И вы среди них. У вас среди вас должна быть конкуренция? Должна. Тогда кто победит? Тот, кто больше работает, тот, кто больше обучается, и тот, кто больше отдыхает. Да. А как обычно у нас происходит? Перед телевизором. А когда последний раз там чему-либо обучаюсь? А чему я обучаюсь? Я стабильно чему-то обучаюсь. А изучаю языки, перевожу книги, я читаю тексты всевозможные, я являюсь специалистом в области продвижения в интернете, продвижения в Фейсбуке, МММ, CMM, я понимаю, как строятся там тоннели продаж, я знаю, как развивать магазины, как продавать через интернет, как продавать за границей, как продавать на разных площадках. Я понимаю, что такое стратегии производства, развития бренда. Видите, как много всего. Я могу запустить сам рекламу. Я понимаю, что такое таргетированная реклама. Как запускать рекламу чего-либо. Как делать бренд. Из чего состоит бренд. Каким образом его развивать. Сколько денег вкладывать и так далее. Это же нужно обучаться. Как построить предприятие, как вложить деньги в предприятие, что такое стратегия управления предприятием, как построить вертикаль власти в больших компаниях, что такое аренда, арендой занимаюсь, как взять недвижимость, как сделать так, чтобы эта недвижимость приносила деньги, как собирать, как строить и так далее. Я во всем этом разбираюсь. Что такое финансы? А этому же нужно обучаться. А как иначе? Кто-то должен принести и дать? Ну, есть второй вариант, вы должны быть популярным. Опять-таки, для того, чтобы стать популярным, нужно